Работа как воркер. Вот это верхняя. Сейчас выравниваю всю площадку полностью. Сгибами. Все это снимается. Потом все это отстреливается также ниточкой по центру. Вот смотрите, кривизну. Видите? Потом увидите ее в идеале. Все покажу. Вот набил два гвоздика. Натягиваю веревочку по центру. До загибов основного подъема. Чтобы прямая была идеальная, хорошо отстрелялась. От нее потом дальше уже. Вот у меня такая приспособа с пластика сделана. Ей дальше потихонечку сюда выводишь. Он может и сюда даже выйти. Скорее всего, где-то сюда и выйдет. Вот так вот. Это ничего страшного, поэтому с запасом все и берем. На той стороне то же самое надо проделать. Абсолютно то же самое. Тоже выйдет. Куда выйдет, уже все. В дальнейшем покажу, как дальше. Сейчас отстреляю в центр. Здесь по минимальной выставлю. Отсюда стреляю, отсюда. Все это лишнее убирается, выравнивается. Но это все будет видно в процессе. Разметка прошла успешно. Все расчертил. Надеюсь, что видно. У меня тут солнце светит, я так в экранчик плохо вижу. Но вот это все лишнее. Вот разница. Вот оно все выравнивается. Сносится. Сейчас я это буду сносить. Потом вот этот, видите, загибчик. Вот это вот все перенесется сюда. И это тоже все будет сноситься. Этот бугорчик тоже будет сноситься также. Этот подравняется и перенесется сюда. Чтобы они были абсолютно симметричны. Пока на такой стадии. Вывел я все по линиям. Сейчас положу, будет виднее. Сырая еще, тяжеленько. Опа. Ну вот. Теперь моя задача вот это вот также здесь сделать идеально круг. Вот с той стороны я немножко начал. Сейчас покажу. Вот. Обрубанил загиб доски. Но здесь еще подравнивается. Вот это сюда переносить. Также. Абсолютной симметрии. Отсюда, вот сюда. Вот она. Ровненько. Сейчас круг придается. Вот это и есть загиб доски. Сама структура показывает. Только единственное, все надо симметрично. Все будет нормально. Процесс идет. Объясняю. Вот. Ну, я на глазок разметил. Проводишь линии. Это все выдерживаем пока симметрии. Расстояние. Ну, сантиметров 10. Не столь важно. Тут уменьшаешь постепенно. После. Вот это вот расстояние. Каждый. Переносишь на другую сторону. Вот я тут все перенес. Здесь уже начал чертить, но думаю, сниму, чтобы объяснить легче. Потом эта линия также проводится от одной к одной спокойно. И вот это все лишнее, вот как тут, вот, это все уже снесется, закруглится, чтобы оно было симметрично. На той стороне так на глазок подровнял рубаночку. Ну вот видно уже, там просто не так много. Но все равно я буду размещать здесь контрольно делать, идеально, чтобы потом не было нюансов, когда руль отпускаешь за лодкой, спокойно можешь
черпать воду, немножко даже подойти к напарнику, стопочку взять, квакнуть. Лодка никуда не убежит. Если эту симметрию не выдерживать, лодки получаются косые, баланы кривые, если винтовой. Опять же, лодка винтовая. За этим надо следить с самого начала. Кокорка становится все ровнее и ровнее. Лишка уберу. Ну вот что получилось. Выбрано. Все ровненько. Следующий этап. Четверть надо выбирать под доску. Вот здесь 25. Глубиной только с той стороны вот отсюда все снимать. Проходит. Сейчас пока пусть полежит, подсохнет. Надо немножко перекурить. Ты дал в стороне уголька. Оп. И помните, какое оно было? Кривое. Вот сейчас подъем видно. Носика. Это все сносится, это все уберется. Тут останется вот доска. Это все уйдет. Заранее это не спилится, потому что отстреливать лучше это здесь по месту. Я как-то раз заранее сделал, пожалел об этом. Торопиться не надо. Очередность работ нарушать тоже не моги. Сейчас я ее переворачиваю, ложу вес сверху и здесь выпиливаю с этой стороны. Также по двум сторонам, только надо будет перенастроиться. Приспособку перенастроить. Добавить сюда еще. Ну, процесс продолжается. Вот так выбрал. Сейчас вот это вот, то, что удобно, не надо переставлять кокорку сюда-сюда. Все остальное подравняется к баночкам. Сейчас вот это вытюкивается топориком, там-там, и достается эта четверть полностью. Вот, с этой стороны меньше сучков, отрывается легко. Там сучки под... Замучился я, малёшка, блядь. Ебись, компот. Ну и все это подчищается уже рубаночком. Сложно вот впереди, вот здесь вот переходы на загиб. Вот это сама сложность. До этого момента все можно делать по очередности. Думаю, не так уж сложно для любого плотника. Столера тем более. Переходы, это уже немножко чутье должно быть, я так считаю.
это грязное, все это здесь тоже сносится и выравнивается рубаночком, и выходит вот так вот, как доска пойдет загибаться. Вот, на выход. Смысл понятен? Надеюсь. Выбрав черновую, вот это, переходы, мне уже все стало ясно, все понятно. И всю массу я снес, чтобы уже закорку легче туда-сюда перекидывать. До переходов я не сношу. Мне так стрелять легче, пилой. Удобнее. Ну как, я так лучше вижу. Теперь она стала легче. А тут уже сейчас я топориком, рубаночком потихоньку, чтобы лишнего не выбрать. Основное мясо я взял. Сейчас еще вот так здесь отпилю. Надеюсь, что видно. Оператора у меня нету. Занят своими делами. Хотел пригласить супругу поснимать. Она в огороде. Тоже потом видюшечку сниму. Чудеса там творит. Не в огороде, а в палисаднике напротив дома. Красиво делает. Молодец. Сучки, это беда. И вот так идешь, как доска загибается, постепенно выходит, чтобы все выходило. Процесс долгий, но это самая важная часть. Подгонки тут еще много, доску прикладывать. За скобь мне что-то затянули. Ни лета, ни ответа, ни привета. Думаю, все будет нормально. Тот год я кокорки сделал. И как раз за доской съездили, все. Отстрелял, начал прикладывать, подгонять. Дело пошло быстрее. Сейчас вот этот процесс самый затяжной. Ну, по ходу буду показывать. Сделал я кокору. Вот в таком виде она. Видно. Положил от солнца подальше, убрал. Займу сейчас второй. Если где-то что-то пропустил, уж извините. При работе могу и забыть. Может, на второй что-то промелькнет. А так спрашивать лучше. Доска придет, с доской пока задержка. И пойдет дальше продолжение этой кокоры. Также смотрите в следующем видео. Краткое будет. Обзор кокора Николаева. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы, если что непонятно. Просматривайте предыдущее видео, кто не успел вовремя на проект «От А до Я». До встречи, друзья!